Всем привет, в эфире Грег, и, ну, в принципе, следующий уровень это шахты. Ничего не поменялось, как были шахты, так и остались шахты, но явно прибавилось разнообразных декоративных объектов. Вот камешек, грибочки. Так, пока, в принципе, колодец. К моему огромному сожалению, на этот раз у меня нету волшебной. В принципе, что это было? Какой-то глазик это был, да, по-моему? Нет у меня волшебного глазика, который смог бы мне открыть всю карту. Поэтому идти придется наобум. Посмотрим. Так, ну этот фаллический символ мы уже видели. Так. Монстры будут? Так, новый объект. Две куклы, сделанные из грубой ткани с каменными головами. Изучить, сжечь, игнорировать. Так, наверняка вот эта вот хрень для ведьмы. Ладно, давайте попробуем изучить. Две куклы, сделанные из грубой меховой ткани, заполненные соломой, с каменными головами. Одна голова походит на лягушку или рыбу, другая на кальмара или крокатицу. Возможно, демоны или духи. Есть некоторое совпадение с изображениями, которые я периодически вижу здесь. Теперь это не кажется не просто совпадением. Блин, это явная ошибка. Теперь это не кажется просто совпадением. Ну, ладно. Хотя странно, разработчики-то русские. Ну, а еще какой-то объект. Блин, ну, нет, ну это уже смешно. Вот что там объект был наполовину загорожен столбом. Длинная резная флейта из кости. Странная длинная. Ну, отверстия не имеют никакого смысла. Это как если бы кто-то обладал длинными щупальцами, чтобы дотянуться до них всех, чтобы сыграть. Ну ладно, хотя бы я крышей от этого не поехал, на том спасибо. Итак, сердобольные люди таки рассказали мне, что шприц нужен был для лаборатории. В лаборатории нужно было найти некий труп, использовать шприц на нем и таким образом получить еще одного персонажа как раз. Но позвоночник, зачем мне позвоночник, у меня свой есть. Так вот. Подозреваю, что поскольку я проходил тот уровень на патче 0.76, я подозреваю этого сраного кадавра. Хотя, как вы сказали, в лаборатории. Я, честно говоря, подозревал кадавра в том, что нужно его оживлять. Но не срослось с его оживлением, собственно говоря. Так, я там, видимо, парочку комнат прошляпил. Так. Не, ну чё, саквояжа доктора это прекрасно, а? Что с монстрятиной у нас? Что-нибудь изменилось, нет? Твою! А, нет, в принципе, ничего не изменилось, кстати, как. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, этот парень стал явно быстрее. Что меня нифига не радует. Может, ты загнешься уже. Впрочем, он стал себя довольно-таки странно вести. Наверное, все-таки какой-то импровмент он получил. Ну и бегает явно быстрее. Короче, я что-то не понял на самом деле. Наверное, когда он защищается... О, секрет. Наверное, когда он защищается руками, в этот момент его никоим образом нельзя повредить. Но это мое предположение, потому что... Патроны тут, слава богу, бесконечны, и шмаляю я до тех пор, пока она не умрет. Но она чем бы это ни было. Так, какие-то вещи. Очередной алтарь, в принципе, которому можно было бы и помолиться, но я не, у меня с собой нету ракушечки, чтобы снять это дело с себя. Напоминаю, ракушечка снимает с вас все проклятия. Мало ли сейчас я что схвачу, блин.
Сифилис какой-нибудь. Ну, замечательно. Пустой сундучок. Ну ладно, понадеемся на три анха. Проклятие Дагона. О, штанцы. Штанцы. Увеличивают выносливость. Зашибись, я смогу делать больше подкатов. Перекатов. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Недомного, конечно, ну ладно. Блин. Черт подери, я выбросил гранату в никуда. Так, так. Так, явно поинтереснее, слушайте. Мне интересно, эта фигня, она увеличивает урон в процентном соотношении? Или как? О, соли это круто, соли это круто. О, и даже набор малолетнего подрывника в ящике валяется. Так, ну, блин, выкидываем все это к чьей-то ядреной матери. Ну да ладно. Куща лежит. Так, ну, в принципе, пока что мы видим новое поведение монстров. Вот этих вот больших, честно говоря, даже не знаю, как они называются. Так, очередной новый объект, золотая статуя. Золотая статуя покрыта кожей человека. На первый взгляд мне показалось, что это какой-то манекен, покрытый кожей. Но это не просто кожа. Это кожа человека, кожа сухая и шелушащаяся на солнце. Кожа накинута на золотую статую. В местах, где кожа рассохлась и лопнула, видна статуя, золото, которое сверкает на свету. Я слышал кое-какие рассказы о культе Ксипатотека. Ксипатотека? Но я думал, что эти идолопоклонники вымерли много лет назад. Много веков назад. Так, ладно. Так, еще одна. Щелкунчик. Щелкунчик и солдатик. Ну, давайте. Деревянный солдатик из орешника, как и в знаменитом балете. Челюсти, куда вставляется орех. Там есть металлические зубья. В ней что-то есть. О, нет. Это было использовано... он использовался для каста... Наверное, это щелкунчик феминистки. Не обращайте внимания на голоса сзади. Это... Так, лист бумаги. Воскресная проповедь. Я должен это прочитать. Здесь говорится, нужно допустить, что эти богохульства адского поезда демонов были связаны с слишком распространенным знанием, которое нужно отрицать. Проклятые голоса Азазели и Бузраила, Вельзевула и Белиала, которые были теперь услышаны из-под земли под надзором заслуживающих доверия свидетелей, живущих здесь и сейчас. Я и сам не больше чем 2 недели назад слышал отчетливый разговор злых сил на холме за моим домом. В этом разговоре были и крики, и стоны, и визги, и завывания, такие, какие не могут издать ни одна тварь, ходящая по этой земле. Эти силы, возможно, и должны произойти из этих пещер, которые только черная магия и может обнаружить, только дьявол может отворить. Подписано. Почитаемый авиаходлей церковь конгрегационистов Данвичи. Тятя, походу, вы ебанулись. Вот эти засранцы. Мою мать. Так, как мне в вас кинуть какой-нибудь взрывающийся херью? Ёп! Нет ничего лучше динамита. Ладно, давай с задних рядов, что это такое? Гуги? Ё-моё, я чуть не сдох, блин.
Так, ну что я могу сказать? Раньше эти засранцы не 100% хотя бы взрывались. Слушайте, вам не кажется, что у вас дохрена? Не, ребят, серьезно, вот какого хрена? Давайте уже звездой накрывайтесь, а? Слишком много птичек на вас... Ай! Не хотел я этого. Какого хрена? Машу Вать, я использовал амулет. Какого ляда я сдох? Так, ну ладно. Я, блин, не пожалею только Терри Молотова. Ибо это какой-то звездец, честно говоря. Так, куда я прошел-то? А, туда. Ну ладно. Давайте пока что-нибудь попроще заглянем. Вот, да. Такие комнатки я люблю. Комната большая. Наверняка какие-нибудь есть антифлюшечки. Мелкие ублюдки, но... По видению они уже очень напоминают... О, это замечательно. Очередное зелье невидимости. Маленькие ублюдки, которые по поведению напоминают оборотни из прошлого уровня ПОГОСТ. Чем они отличаются, я сказать... твою уж мать. Я говорю, они были похожи на оборотней. Они по поведению похожи на оборотней из прошлого уровня. Так, главное этого мелкого гондона к себе не подпускать. Он взрывается и замораживает. Так, ладно, мне явно нужно полечиться после всего этого. Блин, ненавижу такие маленькие комнаты, в которых напихано дохренища этих тварей. Блин, интересно, на самом деле, тут есть понятие кармы? Вот в эту игру бы неплохо было ввести понятие кармы, потому что я уже столько могилок обыскал, что... Не, пустым это хорошо. Шкатулка с драгоценностью. Да-да-да. Шкатулка. Драгоценности. Небольшая коробка с золотыми драгоценностями. Открывая тяжелую, красиво оформленную крышку, я задерживаю дыхание, увидев сверкающую алмазной инкрустацией корону. Сейчас я как настоящий громарнат скажу, а запятые, сука, лишние. И еще понудев скажу, что причастный оборот перед словом не должен выделяться запятами. Продолжим. Корона подходит для правителя империи. Я не могу сопротивляться, я поднимаю и одеваю на голову, и ко мне приходит ощущение величия и славы. Зачем раздастся звук сирены? Раздался? Ладно, звук настолько громкий, что мои уши начинают болеть. Я срываю корону и возвращаю ее обратно в коробку. Сирена сразу же умолкает, и я вижу, что у меня на руках набор явно поддельных, смешных и съедобных украшений, которые лежат вместе с какой-то мишурой. Вся коробка драгоценностей — это только старая коробка печенья. Вы лишились части рассудка. Схавал бы печенек, ну чё, не лишился бы части рассудка. Ой, твою мать! Ты сук! Похоже, я захватил с собой слишком мало анхов. Ибо это какой-то пиздец. Огнеметчик! Нет, твою мать, огнеметчик! Вы чё? Гимн. Что такое гимн? Какой-то гимн или молитва? Я, рыцарь Марии Дагон. Я, первосвященник Тулху. Я, великая мать Казаш Абнигурат. Я, посланник. Я, Рыгви, Хаттеп какого-то. Я, царь всего Азатот. Не, ребят, это звездец, блин, мне только огнеметчиков не хватало. Что за... Блин. Ладно, лист бумаги с напечатанным
плотным текстом на ней. Блин, ребят, ну судя по пикселям, это какие-то печеньки развалившиеся или вафельки. Ну ладно, я не знаю, что там написано на этих вафельках. На этом листе вафельных написан текст обоих сторон. Текст напечатан очень формальным, академическим языком. Это не кажется очень актуальным или интересным, но в тексте описывается месопотамский календарь и то, какие есть сходства между ним и календарями ацтеков и майя. Особенно подробно рассматривается, что во всех трех календарях указывается возможная дата Великой Гибели или потенциального конца, который, по-видимому, должен произойти... да, в этом году. Ну да. Не, а вот части рассудка не лишился. Вот печеньки тебя смутили, да, а вот части рассудка ты лишился. Слушайте, добавили очень много сраных объектов, которые находятся за сраными колоннами. Вот что это? О, это стол с красной жидкостью, пахнет вином. Она распорозана так же, как и в католической мессе. Подождите, зачем им использовать подобное? Да неужели? Неужели что? Я что-то не понял, ну ладно. На раз, два, три залетаем. У-у-у! Очередной пиздец. Парень, что с тобой не так? Ты как-то себя странно ведешь. Может быть, присядем? Смотри, сколько грибов красивых вокруг. Поговорим. Раскурим трубку грибного мира. Попадем в этот грибной мир. Так, ладно, я, наверное, уж так не буду говорить, а то ролик заблокируют за пропаганду наркотиков. Так. Гимн. Чё гимн? И чё мне с ним делать? Я его прочитал. Чё-то, мне кажется, нужно было больше аптечек с собой брать. У меня нехорошее предчувствие, что до конца уровня я не доживу. Если пауки еще ладно, то, блин, они все-таки успевают мне хотя бы один раз докуснуть. Не такие же просторные уровни для того, чтобы постоянно от них уклоняться. Так, ну, как минимум, мы видим множество моделек и... Ну, не новых моделек. Новых декораций. Несколько новых монстров. Изменение поведения старых монстров. И... Ну, какой-то квест, связанный с этим сраным гимном. Так, а это что такое? Восковой священник. Могу я пройти? Склоняет голову с интересом. Корни моей семьи лежат и в этих землях, и мы соблюдаем традиции. Кивает. Мы из Кингспорта. Кивает со смятением. Нет, честно, моя семья отсюда, мы возвращаемся сюда на протяжении поколений. Вы должны быть новичок здесь. Смотрит. Открывай, блядь! Там, наверное, единственный туалет в этих подземельях. Короче, понятно, ничего интересного. Так, а если я гимн прочитаю? Может быть, нужно прочитать гимн. Да, отвали, да, смотри. Знаешь, куда посмотреть. Так, давай, гимн прочитал. Нет? Нет? Ну, иди ты в задницу. Так, маленькие пидорские паучки... Маленький пидорский, не пойми кто. Маленький пидорский, почему я горю? Почему я горю не только в игре? Разнесло-то. Так, инфайт хорошо, но может мне хотя бы магазин дадите посетить.
Блин, да что? Ну то эти маленькие ублюдки уж совсем меня покусали. Я не вижу ни магазина, ни большого количества ящиков, которым я зачем-то таскаю, мать их, ключи. А в сраных гробах почему-то не лежит аптечек. Ну, спасибо. Вот сказал, сразу нашел аптечку. Так, она что, считается секретной комнатой, что ли? Да что-то не тянет она на секретную. Да как ты? Так. Аккуратненько выманиваем всю эту шелупонь. Вот странно, такая большая комната. О, секрет. Так, ключ, конечно, прекрасно, а кисть я, пожалуй, сохраню свою. Так. Блин, я, конечно, может и заюзал, но чё-то я не хочу хватать проклятия, когда у меня остался один раз единственный арх. Мне это кажется очень недальновидным поступком, знаете ли. Так, и что-то на самом деле очень стали неотзывчивыми гранаты. Вот это меня очень огорчает. Блин, и как с огнеметчиками-то драться? Я убью его чуть ли не в километре от себя, а он все равно меня накрыл взрывом, блин. Так, 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 так. Ну, такое себе, скажу я вам. Да. Так, ладно, я, пожалуй, я обойдусь без мины. Частичная защита от холодной тут явно не поможет. Может быть, защита от физического урона. А, нет, ну блин, я не могу снять увеличивающую поражающую оружие. Ах. Не могу снять предмет, который повышает поражающую способность моей пупки. Оп! Так, вот теперь так... Блин! Ну больно же! Срани вы господни! Вот как мне от этого было уклониться? Это, блин, ну вот столик не можешь припрыгнуть. Ты чё, черепа боишься потревожить? Так, это, по-моему, тот самый уровень. Опа. Или нет? Прыгай! Тупо наверни! Ну и в какой жопе я оказался? Так! Анхи у нас кончились! Черт бы это все подрал. Ладно. Умру так умру, но, конечно, начинать сначала это очень не хотелось бы. Вот совершенно не хотелось бы. Вообще не хотелось бы. Блин, кинул. Да. А-а-а. Вали. Как что? Каким образом я заморозился?
Твою ж налево! Ну что ж, вы стали свидетелем образца первоклассного горева с моей стороны. Я так и не понял, какого хрена я заморожен был. И от излишнего счастья начнем-ка мы сначала. Нет, слушайте, вот реально. Это какой-то перебор. Ты заходишь в комнату. И тебе так жестоко наваливают, что... Я замечу, у меня увеличена поражающая способность оружия. То есть, например, человек, который бы не нашел секрета того, какой нашел я, он бы вообще тихонечко офигевал от происходящего. Эти уроды, конечно, абсолютно безопасны, в принципе. Но этого мы не видели. Каменная табличка. Каменная табличка или пляжный галька? Пляжный галька, слющий, гладкая от износа, катящегося с моря. На ней есть сотни замысловатых гравюр, я могу разглядеть фигурки палки, танцующие или прыгающие по коралловому рифу, погружаясь и глубоко погружаясь на дно моря. Под волнами есть славный город кораллов и вулканических пород, где большая фигура с головой, как лягушка или щука, сидит во дворе в окружении поклонников. Как я за нее рад. Не, пацаны, вот серьезно, блин. Да представляете, сюда попал человек. Что это такое? Скульптура кролика из кристаллов. Спасибо, я бы не понял. Великолепный кристальный кролик размером с настоящего. Исполнение изысканное и невероятно. Да, ребят, вот это изысканное и невероятно. Каким-то образом мастеру удалось изготовить каждый отдельный пиксель, да? Каждый отдельный пиксель, ладно. Каждая крошечная складка кожи на... Ладно, я понял, ребят, это, наверное, внутренняя шутка разработчиков. Про кролика, который хер пойми зачем, хер пойми почему. Задних рядов мне подсказывают, что это отсылка к какому-то злому дядьке, который поил всех батиными травами, и они кристаллизовались. Перекат. Сука-блад. Вот это я понимаю, снарядили в последний путь чувака. Надо было еще дробовик ему дать. Так вот, я к чему? Вот представьте, сюда попадает человек, у которого нет ни автомата, ни винтовки Винчестера, который... Ну вот которому не повезло, у него за всю игру выпал только один сраный дробовик полицейского, который, по-моему, убог да нельзя. И вот что этому бедолаге делать в шахтах? Да он же тут ни один стул сожжет и ни одну мышку сломает. Слушайте, мне даже анх дали. Или это намек? Мое! Блин. Они мало того, что живучие, блин, так надо поглядеть. Они еще и других прикрывают. Но, видимо, они слишком толстые, чтобы пробраться в этот вот закуток. Чем я буду безостенчиво, собственно говоря, пользоваться? Я был неправ. В туалете руками помаши, сволочь. Интересно, что такое он блюет?
Зачем он становится на четвереньки и делает какие-то странные движения? Может, он котик? Это котик Ктулху. У него просто комочки шерсти скопились, и он их отхаркивает. Так, ну и чё я сюда припёрся? Ящик? А, вон, вижу ящик. Вижу ящик. Вижу ящик, открыл. Не, ну, если даже меня босс пару раз убьет, анхов у меня все равно больше. Так. Блин, ну как тут, короче, тускло. Давайте хотя бы один гробик еще найдем. Может быть, какого-нибудь покойника еще снарядили хорошо в последний путь. А то это как-то вообще никак. Блин. Это, конечно, очень досадно, что мне пришлось переигрывать всю эту дрянь. Твою ж налево. На-на! Сейчас мне объяснят, что я был неправ. Я вообще не понимаю, что здесь происходит. Почему тут такая толпа народу? Блин, я что, на вечеринку пришел? Косплееров! Сука. Я же аптечку потратил, а? Я гранату потратил. Че мне вас на пятачки на этом гонять, что ли? Давайте накрывайтесь уже. Не, ну вот, не, ну посмотрите сами, вот что это за хрень? Нет, я, конечно, за хардкор и все такое, но хардкор должен достигаться каким-то скиллом, а не просто увеличением столба здоровья, блин, противника. Есть качественный, есть количественный способ улучшения лечения сложности. И вот честно я скажу, это количественный способ улучшения. И это плохо. Плохо. Так быть не должно. Особенно учитывая, что у меня всего один сраный метод уклонения. Это кувырок. Я, блин, так и не понял, что все-таки мощнее лук. Блин, это... Не, серьезно, ребят, это все, конечно... О, блин, я ж без анха пошел. Вот я герой, сейчас бы я наигрался. Быстренько бы наигрался. Так, объект. Тотемный стол. Есть 5 резных лиц. Самая низкая – лягушка или рыба. Следующая – кальмар или осьминог. Затем коза, глаз с тремя зрачками, а сверху – черное солнце. Информативно. Так. Твою! Нет, вы серьезно? Вы серьезно?
И как вот с этим сражаться? Нет, вот. Я, конечно, понимаю, что аптечки здесь... Почему вот их не заморозило, например, а? Блин, два кувырка через толпу и привет. На тот свет. Блин, мне столько ящиков, сколько мне ключей дают. Ну, кстати говоря, да, добавили анимашку смерти. Вот этим вот товарищам. Выглядит довольно красиво. Ну, если вы, конечно, любитель такого дела. Фу-ху-ху-ху-ху. Ладно, давайте попробуем углубиться дальше, вправо. Наверняка ничего хорошего нам это не принесет, но. Так, а почему бы вам не сложиться все-таки в одно? Благодарю, замечательно, восхитительно. Так, я надеюсь, анх-то я все-таки одел, потому что без анха опять переться куда-то, черт пойми куда. Так, да. Гроб? Ну, какой-нибудь гроб. Аптечки. Еще как. Халявки, дайте мне халявки. Так, я... Во-го-го-го-го-го. Сраный камикадзе. Воу. 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 Так, похоже, я нашел, что я искал. Одеваем. Блин, ну могли бы хоть как-то обыграть это дело, я не знаю. Ладно, у меня есть шансы, что если я пойду налево, я попаду быстрее туда. Конечно, похоже, я быстрее огребу. Не, ну тут-то, в принципе, не так уж и много местных жителей, скажем так. Все может еще... Да, все нормально. Вот, в принципе, нормальная комната, которая проходится более-менее с применением скилла, а не с применением обожраться аптечками, обколотым валить куда ни попадя. Ну, противогаз мне явно не поможет в этой игре. Так. Где я видел здесь это очаровательное место? А, или здесь нигде... А почему... Так, стоп. Почему там продолжает гореть восклицательный знак? Я что-то не полапал? Что-то не подобрал? Блин, вот ненавижу вот это вот. Так, стоп. То есть я пока не нашел еще, да, получается? Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Воу. Странные яйца. Скопление огромных, странно выглядящих яиц. Отлично. Ничего плохого не случится, если я побуду рядом. Ну, давайте обыщем. Кто-то или что-то сделали это гнездо. Набило его обрывками ткани, мелкими безделушками и кусочками бумаги. Я не могу пока сказать что-то определенное, но это еще один кусочек пазла, который мне поможет решить всю загадку целиком. И, ну да, немножко выдумал, но я думаю, вы не сильно расстроились от того, что я выдумал, переначал чуть-чуть слова, ну, камон. Та-та-та-та-та, твою мать! Так, и что вы мне предлагаете? В
Зыбс зашел просто. Зашел и вышел. Ногами вперед. Ты меня не видишь, я в тебя стреляю. Идиллия. Хотя, наверное, блин, да вы охренели. Какого параллелограмма ты меня видишь, а? Блин, что пользуй, что не пользуй. О, чашу я уже видел. Бесполезно. Вот это отличная комната. Один странный паук, гробик с хребтом. Ну ладно, это было хотя бы изи. Так. Эту вафельку-лесенку я уже видал. Так. Статую я тоже видал. Ну не буду же я вам по 200 раз читать, ну. Сундучок, сундучок. Замечательный сундучок. Ах! Ну да, я, наверное, в крайнем случае на этот раз возьму босса из Мором. Просто-напросто. Ты один тут? Что ты здесь один делаешь? Журналы рассматриваешь всякие неприличные. Ах ты на голых осьминожих. Что ж ты тут делаешь один своими четырьмя руками, бесстыдник? Ой, зачем я попробовал сыграть? Слава богу, ничего не случилось. Чё, штанцы я просрал, что ли, получается, да? У меня же были крутые штанцы, но теперь их нету. Ладно. Ну ладно. Так. Блин, проблема в том, что нужная мне локация может быть вообще где угодно. Вот в принципе где угодно. Ищи свищи ветра в поле. Опа. Блин, что-то... Что прыгает вас? Что от вас не прыгает, блин? Ладно, спишем на то, что я гребаный нуб, и я не умею просто делать подкаты. В конце концов, я не играл в Dark Souls, поэтому с перекатами у меня швах. Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Открой мне инвентарь, господи. Инвентарь. Блин, я это выкинул. Выкинул, не страшно. Блин, планировка уровней, конечно. Так, или я здесь уже был? Какого черта они так быстро загибаются? Твою-то налево. Направо и сбоку, блин. До босса не дойдешь. Так, ладно. К черту, пока эта сраная маска культиста все равно мне нисколько не помогает. Вали. Какого хрена? Ну... Я не очень понял, почему я в итоге не получаю урона. Б...
Нет, серьезно! Вот как с этим бороться? Вот расскажите мне, я не понимаю. Вот отлично, Как с этим бороться? Я замерзаю и все, привет. Твою-то налево, а? Горе упорило. При этом почему-то в прошлый раз я замерз так, что... А мне никто урона не смог нанести. Как это произошло? Что, пустая комната, что ли? Так, с этими двумя разберусь, и потом уже с остальным населением данной комнаты буду разговаривать. Блин, вот эти мелкие паучки, я нифига не понимаю, как они работают. Не то взрываются, то не взрываются. Как, блин, сделать так, чтобы выйти из боя с ними с минимальными потерями, а? Эти еще и харкаются всякой херней. Так, понятно. Это тупичок. Нет, я уверен, что... Хотя не знаю, блин. Только хотел сказать, что босс будет очень легким, но вспомнив оборотня, и, честно говоря, это было нелегко. Вот если бы я действительно тогда не использовал невидимость, с самого начала не использовал невидимость, я бы огреб как последняя сучка. Блин, да хватит танковать! Уже бы давно этих сраных пауков перестрелял, если бы не твоя толстая рожа. Так. Что загнешься? Давай. Приляг, отдохни. Грудная клетка. Очень. О, сундучок. Сундучок это да, это то, что мне нужно. Может там еще один анх будет. А то я слишком уж растяпистый. Нет, но тут есть бронежилет. Кажется, я взял что-то лишнее. А не, вроде ничего лишнего не взял. К сожалению, бронежилет надевается на место осколка мертвой планеты. Так что прости, бронежилет. Для тебя тут места нет. Так. Странная птица. Чучело птицы. Коричневая птица с невращающимися стеклянными глазами. Спасибо, капитан. Ты тут один, да? Один. Спасибо, что ты тут один. Давай. Голдец. И вся. Просто сраный голдец. Тебе не стыдно? Здравствуй, дядя. Все недаром. Так, к моему глубокому сожалению, ты мне все-таки ничего интересного предложить не можешь. Кроме аптечек. Аптечки это да. Продаем патронтаж, каску, противогаз. И в
втариваем. На... Да, на все деньги получается аптечки втарит. Буржуй. Ладно. Сраный капиталист. Ё-моё. Мне повезло, что я отделался всего одной аптечкой, на самом деле. Блин, это как-то затягивается, честно говоря. О, маленькая мартышка в клетке. Изучите ее. Это небольшая мартышка, наверное, самка. Она дрожит и сжимается в углу клетки, что-то ее напугало. Ты ее напугал своей страшной рожей, блин. Ты давно в зеркало смотрелся? Детектив, блин. Чё, идти туда, не идти? Даже не знаю. Фу, блин, почти все прошли, но вот... Срочно нужен тот чувак, который барыжит за инфу. Я бы у него пару лупыриков... Твою мать, не подходи ко мне! Не подходи ко мне, я тебя вижу. Взорвись там где-нибудь подальше от меня, блин. Короче, я понял. Наверное, чтобы пройти туда, нужно одеться, как эти засранцы. То есть, предъявить ему гимн словесно. И с чистой совестью... Осталось только найти его, конечно, блин, это... Какой-то Форт Бай... Твою-то мать! Так... Так, чем кроме свиты на этот раз ты отличаешься? По-моему, наверное, уже поздно... Да, поздно включать невидимость. Ну ладно, хотя бы нашли босса. Нет, ну блин, квест мы обязательно сделаем, так не пойдет. Минус один. Приляг, отдохни. А, ну кстати, вот вам и название. Король Гугов. Зовут их Гуги. Хоть не Гоги. А то бы попахивало расизмом, знаете. Так, главное не улететь никуда. Так, ладно, отлично. Босс легкий. В принципе, ничего не изменилось. У него просто появилась свита из трех этих сраных скорпионов. Не скорпионов, пауков, извините. Так. Ну вот у нас еще есть неизведанные территории. И подозреваю, что... Нам именно сюда, потому что все остальное, как видите, я уже горьким опытом исследовал. Да. Ох, затянулась игра, если бы я не умер в первый раз. Блин, не тот поворот. Я вроде бы не страдаю географическим кретинизмом и картами пользоваться умею, но ты ж смотри. Вот. Новый поворот. И я реву, потому что хер знает куда иду.
Даже не знаю, использовать, не использовать невидимость. У меня еще есть? Еще есть. Ну, давайте на стелс сейчас быстренько их разберем. Блин, вот это я, конечно, олоханулся. Ладно. Вот они. Итак, одеваемся. Изучаем гимн. Разговариваем. О, вот она новая строчка. Я слышал, что сегодня вечером должно быть бдение. Будут ли обряды из Некрономикона? Кивает со смятением. Этот фолиант сейчас здесь. Качает головой и указывает в сторону катакомб. Тогда, полагаю, я могу присоединиться, если возможно. Еее. Пещера Зич. Так, наверняка все, что я сказал, не услышали. Потому что оно благополучно прошло мимо нас. Так вот, а... Что-то мне сыкно, честно говоря. Так, собственно, даже не знаю, что это за локация. Вот, вот это вот совсем новое. Этого раньше не было. Никаких пещер зеленого огня раньше не было. Так, подозреваю, что маску мне пока лучше не снимать. О, я подозреваю, мне ее точно лучше не снимать. А-а-а. Ребят, какого хрена у вас тут в шахтах проходит викторина? Блин, кто из них первосвященник? Эгей, мне нужна помощь зала. Блин. 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 Первосвященник Тулху, Дагон, Шабнигурат, Азазот. Сатот? Первосвященник? А, блядь, явно не он! Сука! Гимн! Ктулху, первосвященник! Так, если я начну сначала. Так, короче, ясно. Мы, короче, попробуем сейчас сники-пики. Так, записываем. Рыцарь Дагон. Ктулху Поп. Мама. Нет, не Одесса. Мама Шаб Нигурат. Мама Шаб. Вот это вот непроизносимое посланник. И царь всего Азатот. Готово. Готово. Мы теперь подкованы. Ну что же. Викторина! Тю-тю-тю-тю-тю. Первосвященник. Ктулху. Рыцарь морей. Дагон. Великая коза Шабнигура. Послали Ньярлатхотепа и царь всего Азатот. Ну чё? Всё? Блин, прикольно, слушайте. Так, ладно, едем дальше. Как дела? Блин, что, пещеры большие, что ли? Да вроде нет. Так, ну а чё, к чему? Зачем я сюда пришел? На кой чёрт я сюда пришел? Не, ну по гробикам полазят, конечно... Святое. В гроб не залез, зря пришел. Так, нога мне явно не нужна. У меня две своих. Так.
Пацаны, а почему вот те, короче, меня спросили что-то, а вы меня, не спрашивая, сразу решили на корм рыбам пустить? Ладно. Ладно. Так, мои любимые турели культистов. Не, я здесь не умру, чувак. Турели культистов, блин. Замечательно, восхитительно. Умопомрачительно просто. Слава богу, тут сраный сталагмит был. Так. Мистер Дудец? Ну ладно. Надеюсь, вы не обидитесь, если я вас пошарюсь тут немножко. Так, короче, какой-то зуб. Ложка у меня уже есть, поэтому возьму с собой зуб. Благосклонность и ига. Защита от яда. Нет, блин, давайте еще раз. Нет, сейчас. Нет, сейчас. Так, это ложка, нафиг ложку. Так. Перекатываемся, открываем еще один ящик. Эссенциальные сосоли. Блин, так и что это за мистер Дудец? Я могу его расстрелять там, я не знаю. Нет, так что к чему? Что я сделать должен? А, во! Странно, у горгульи сломаны крылья. Так. И чё? А если я у этой сломаю? Блин, надо что-то сделать с крыльями горгульи. Ну что? Ну где? Я тут все исследовал. Так, вон еще комнатка есть. Так. Наверное, если я вернусь с крыльями, я смогу что-то сделать. Так, 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 так. Дяденька, вы кто? Это оборотень, что ли, был? Так, ну что-то как-то тут не густо, в принципе. Так, ну у меня есть еще шанс, вон последняя комнатка. Возможно, там что-то есть. Так, парни в черных балахонах призывают месячные, блин. Парень с огнеметом призывает горящую жопу. Замечательно, восхитительно. Не, так чё к чему, я что-то не пойму. Где мне откопать крылья для горгульи? Вторая не ломается. Ты чё там? А, блин, я думал, там кто-то кастует. Слышь, вообще больно. Блин, ну, блин, давайте, нужно допройти эту сраную, причем как можно быстрее допройти, потому что уже весь выпуск за час. Торгаш, давай, выручай. Да забирай эту срань, и эту срань забирай, эту тебе срань не дам. Так, где, о, всевидящий глаз. Сейчас мы сразу парочку возьмем, один прям тут заюзаем. Так, ёшкин кот, тут еще босс, еще один босс. К такому нас жизнь не готовила. Так, мы... Так. Ну, я тут в комнате ничего плохого со мной не случится. Может, даже какой-нибудь гробик найду. Не, не найду. Ну, ладно. Так, ладно, давайте, наверное, сразу к боссу пойдем. Сейчас вот зайдем. Тут все продал, в принципе, да? Да, в принципе, все. Зайдем сначала к ящичку золотому.
Тем более, все, что тут не нужно, я смогу благополучно продать. Так, это выкину. Это выкину. Это выкину. Так. Так, вы уж извините меня, что я тут бегаю туда-сюда, как дурачок. А надо было еще один лупырик прикупить. Мало ли. В конце-то концов. Ладно, ракушку солью, противогаз солью. Да и маленькую аптечку. Ну, не, ладно, маленькую аптечку я запользую. Маленькой аптечке еще польза будет. Так. Ладно, хорошо, что я все-таки использовал этот глаз, иначе сейчас бы бродил в потемках. И не факт, что зашел туда, куда надо было бы. Прирученное порождение... Так, ребят, вы не обещали здесь босса. Йоу, полегче. Так, а вот и крылья. Одно крыло. Почему одно? Ну ладно, не важно. Похоже на обработанную каучуком ткань. Приготовились. Блин, это... Нет, это реально, это просто волшебно, слушайте. Конечно, пришлось потратить гранату, но... О, блин, там еще одна турель. Слава богу... Блин, спасибо геймдизайну. Без него такой прикол был бы невозможен, конечно. Блин, я, конечно, не уверен, что здесь местная шутка про красные дни календаря. Но вас, ребята, ни в борщ, ни в Красную армию вообще. Так, я иду к босяре сейчас. Нет. Босс через одну комнату, да, босс? Да. Оу, там что-то адовое происходит. Так, инвиз. Блин, инвиз. Ну ёпарасоте, вот это я так и знал. Я так и знал, что какая-нибудь хрень. Слышите, всевидящие, а чё это вы через инвиз видите, а? Так, харетом плодить красные массы. Царь коммунистов. Так, ну и чё дальше? Типа вы не предлагаете с крылом попробовать сунуться туда, да? Ну ладно. Правда, крыло-то у меня почему-то одно. Так я пошел отсюда. Неплохо. Неплохо. Спасибо тебе, жучок. Ты меня адовенько выручил. Так, ладно. На рисунке крыла 2. Давайте попробуем. Момент истины.
Я могу с ним поболтать. Как де... Так, подождите. Как дела, мистер Дудец? Странный флейтист. Это не похоже ни на одно из известных животных. Существо не обращает на вас никакого внимания. Оно продолжает играть на своей флейте так, как будто вас здесь нет. Вы мне в него даже пострелять не дадите, да? Ах вы... Хитрые. Хитроумные ребята, скажем так. Так, что мы здесь еще побросали? О, здесь маленькая аптечка есть. Грех, собственно говоря, не запользовать. Так, ладно. Мы их, наверное, отвлекли. Собственно говоря, каким образом? Давайте в обход. Нет, серьезно, вот не хочу я ко всем этим турелям культистов, ко всем этим огнеметчикам в гости наведываться. Это... Давайте не будем. Сейчас вот этому товарищу всякий мусор продадим. Который стоит как мусор и выглядит как мусор. Так, я еще, конечно, в лечении культиста, но... Это не важно. Главное, что внутри. Главное, душа, а не тело. Ну, вы же знаете. Любите меня таким, какой я есть. Хотя, наверное, уже... Ладно, не важно. Долгий путь. Долгий, трудный. Почему этого босса, мини-босса не отметили? Это минус вам, ребята. Мини-боссов следует отмечать. Так, ну что, вы отвлеклись, нет? И какой способ зачистить комнату, собственно говоря. Так, я что-то не понял. Флейтист со мной не разговаривает. Наверное, потому что я в маске. Блин, ну не факт. Не факт. Блин, ну что? Зачищать еще две комнаты или опять в обход идти? Нет, давайте в обход. Не хочу я совершенно драться с ними. Замкнутое помещение, много огнеметчиков, турель культистов, все взрывается. Так. А каску я продал. Вот это я молодец, конечно. Это я догадался. С другой стороны, по-моему, я там ложку могу к голове приложить, как бы это странно не звучало. Ну ладно. Так, нам нужно встретиться с флейтистом. Итак. Что-то мне кажется... Парень меня всячески игнорирует. Не, вы извините, а что делать-то, собственно, тогда? Всех убить? Блин, я что-то не вдупляю.
Так, одеваю маску культиста, хотя она мне, конечно, ни фигушечки не помогает. Давайте зачистим еще две комнаты. Хотя, конечно... Так, я не могу стрелять. Черт. И что, не предлагаете умирать, что ли, теперь? Блин, мне бы, конечно, нифига не хотелось, но, видимо, мне придется умереть. Я все равно не могу стрелять. Ну, ребят, что я вам скажу? Я не понимаю, что произошло. Я не понимаю, почему я не могу стрелять. На этом пока все, ребят. Как бы я не хотел сейчас быстренько добить это дело, это просто не получится. Поэтому до следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Пишите, ставьте пальцы в любом направлении. И до новых встреч в этих зеленых пещерах.